ребят, всем привет. Чуть с опозданием, но еще же поздравляю всех с наступившим новым 2019 годом. Желаю всем здоровья, вдохновения. В общем, удачи всем. Вот как зима нас в этом году балует снежком почти каждый день. Привет. За несколько лет такая зима снежная. Вот морозик, наверное, уже будет. Засыпало все кругом. О, сугроб. Красота. Ну вот, почти откопались. Привет. На лопату. Давай. Не бегай, чисти. Давай. На. Солнышко выглянуло, очистка снега вместо утренней разминки, и дерево у нас есть, березка, зимой и летом одним цветом. Ну вот, что хотелось бы показать по трактору. Самого тут немножко ремонтировали, месяц не подходил к нему, но что было сделано, установил двигатель на подушке к раме, переделал крепления, заводские убрал, потому что рама уже получается. У нас подушки взяты с УАЗика. Ну и начал было делать навеску. Все-таки решил крепление сделать самодельное.
Вот так она у нас выглядит. Центральный винт с одной стороны укоротил, но еще придется укорачивать с другой стороны немножко. Установил выход на ВОМ. Нижние тяги взяты из навески МТЗ, удлинители обрезаны и уварены. Длина получается 60 сантиметров от центров. Еще вот цепное устройство примерно так вот думаю установить. Ну и цепи, растяжки. Приварил еще вот дополнительное крепление редуктора понижающего к раме, чтобы было меньше вероятность выворачивания моста. Для крепления оси качалки переднего моста вот такой двутавр буду устанавливать под раму. Ну тоже надо смотреть, чтобы потом можно было поддон снять. Так что пока с базой трактора не определился, будем посмотреть. Спасибо всем за просмотр, удачи и до новых встреч!